Преломление света в несколько жизней – обыкновенный эффект призмы. Куда повернется бутылка, то есть ты. Признанный и облизанный лестью, присосавшийся к нескольким сиськам, избегаешь поступи по воде и винограду. Однако жидкость сочится и консервируется, но никогда в своей сути не покидает семью. По крайней мере, из некоторых из нас, но далеко не всех других. Будь тем, что может быть, и что, вероятно, приближается с блеском в глазах, обутым под завязку, без нужды в скакуне или заборе, чтобы выпрыгнуть наружу. Вероятно, подсвечник. Назначь нам время. Ты увяз в фантазиях, малыш? Или ты дорос до того, кем ты себя представлял, когда в один прекрасный день им станешь? Я только спросить. Имя? Неповторимое в любом из них. Но кто было тем, что забыло, оно было кем? Тем, кем он должен быть. Я забыл, как сказал человек, перейдя дорогу с двумя макаками позади, сплошь красноречиво белыми. В момент переключения вы вполне можете задаться вопросом, не подготовил ли я его заранее. Чешуя при очистке колюшки ложится поверх торгового знака, которого, я знаю, вы все ждали, и напротив, некоторое время в половину. Измеряя знаки на дверной коробке, задаешься вопросом, не нанесены ли они для повышения рыночной стоимости дома. Особенный цветок, выросший в горячей версии себя, без хладнокровия, без достижений в этом начинании. А вот это, сэр, было сотворено для другого измерения, того, о котором наши лучшие друзья никогда не упомянут из страха, что зубы заденут орган. «Где же деньги?» – вопрошает он, перемалывая то, что могло бы быть, и то, что еще может быть, через плечо или два, с низко перекинутым маленьким странствующим подобием огня. «Будь уверен, для всего этого существует множество каналов, но пройти через единственно верный – это вопрос расстановки, о чем, как я думал, ты осведомлен. Нахрапом». Коллекция открыток неуклонно заполняет все новые коробки из-под обуви, бирки давно выброшены, и фрагменты старых почтовых марок стираются, ибо карточки засовываются обратно как попало. Местами еще липнет. Любопытно, окрасятся ли тычинки цветов на простыне при попадании на них света? Занят судами для сущности. К слову говоря, если бы я хотел быть умным, я бы постарался не быть таким глупым. По крайней мере, мне кажется, что это так происходит. Что насчет тебя? Спой это, если хочешь. Так оно легче вспоминается. Ага, так. И как бы ни был разрезан этот мозг, все равно придется перекладывать кабели. Чертовы ковбои. Никого нынче невозможно нанять пожизненно за хлеб и воду. День закрыт, день завершен, но не нами. Его можно вернуть, предъявив билет, выданный в кассе рядом со стержнями, обрамленными бисером. Неповторимое шуршание оберткой оглушает других людей в том же ряду, вознамерившихся подслушать диалог. Ситуация исключительна для оправдания субтитров, поскольку кнопка перемотки вперед позволяет сжимать время, банка сминается как гармошка, а сопровождающий ее хрип вылетает в окно. Но окруженные стеклом мы не потеряли голову. По всему лицу, кто из них кончил первым? В вопросе энергии у многих нет выбора при выяснении альтернатив. Здесь нет вопросов с подвохом, а шляпы бывают с двойным дном. Отбросим оправдания в отказе от их носки, ведь эти загнутые края подчеркивают ширину плеч, и даже одно ощущение этого нам доставляет. По правде, это и есть лучшая политика. Но что мне еще добавить? Важнее ответа, тут частичка баллистики в действии. Похоже, скоро ствол еще раз продырявится. Все, хватит петь. Остановись.